И далее напомним о предстоящем Дне студентов и всех Татьян. 25 января – это пятница, для многих необычный день. Именинный и профессиональный праздник. В городе проводится множество развлекательных и культурных мероприятий, которые придутся по вкусу даже самой требовательной молодежи. Сегодня мы расскажем вам, как интересно и весело провести этот праздник в Бендерах. Праздник, объединяющий студентов и всех Татьян. Он отмечается 25 января уже больше двух столетий. В этот день, в 1755 году, в день памяти святой мученицы Татьяны, российская императрица Елизавета Петровна поддержала инициативу Михаила Ломоносова и графа Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета. А святую Татьяну стали считать покровительницей студенчества. Большинство традиций этого дня связаны с заботами студентов. Для них проводится много мероприятий и благотворительных акций. Так в этом году в кинотеатре имени Горького организован льготный кинопоказ. На выбор предлагается три картины: «Елки последние», «Полицейские с Рублевки» и «Начни сначала». Студентам сеанс обойдется в 20 рублей. Правда, студенческий билет нужно предъявить. Скидки на услуги общепита для студентов и Татьян при наличии подтверждающего документа предлагают с 25 по 27 января в кофейне «Место встречи» торгового центра «20». 25 января в пекарне «Family Land» возле пиццерии «Поленина», в кофейнях «Экспресса комната» и «Платформа» торговых центров «Пассаж» и «Накотовского». С более подробной информацией об акциях и скидках вы можете ознакомиться на сайте Государственной администрации Бендер.